Дорогие друзья, всех приветствую! С вами я, Ланта. Друзья, сейчас у нас проходит убывающая фаза Луны, да? Поэтому очень активно будут проходить чистки, да? И сегодня негативные чистки, чистки от сглаза, чистки от порчи. Сегодня хочу с вами сделать чистку. Чистку от негатива, чистку порчи, да, так скажем, проведем исцеляющий ритуал, да, от всех проклятий. Как обычно, напомню, что нужно пребывать в спокойном состоянии, чтобы вас ничто, никто не отвлекал, да. Вы должны быть здесь и сейчас, да, должны погрузиться полностью в процесс. И также хочу сказать, что в процессе чистки возможны какие-то моменты, ну, вы, возможно, будете ощущать какое-то напряжение в горловой части, да, возможно, заложенность ушей, да, тоже. Также слезоточивость, да, глаза могут слезиться, и вы будете чувствовать вот этот, как будто у вас некая пелена перед глазами тоже. Это все, так скажем, сглазы, порчи, негативные моменты на вас, да, если все это будет, все это нормально, да, вам нужно досмотреть обязательно ритуал до конца. Также можете смотреть 3, 7, 9 раз, 11, тогда, когда вы чувствуете в этом необходимость, да, я напомню. Поэтому я сейчас вам предлагаю полностью расслабиться, да, отключиться от ежедневных каких-то проблем, суматох, от постороннего вообще, от посторонних идей каких-то, и быть сейчас здесь со мной, да. В данном ритуале здесь будет отжиг воском, также будет отжиг проклятий самим огнем, да. Мы будем обращаться за помощью к божественным энергиям, да, к светлым божественным энергиям. Поэтому, друзья, если сейчас вас что-то отвлекает, придите в следующий раз, да? Вам нужно погружаться полностью в процесс. Поэтому приступаем. Я призываю ангелов Божьих и все святые божественные энергии и силы, которые могут мне помочь избавиться от проклятий. Аминь. Смотрите, пожалуйста, на огонь. Я призываю ангелов Божьих и все светлые божественные энергии и силы, которые могут мне помочь избавиться от всех проклятий. Имя. Если я кого-то проклинал в своей жизни, то я отказываюсь от всех своих проклятий. Я осознаю все свои ошибки. Я осознаю и навсегда уничтожаю, сжигаю божественным огнем и все свои проклятия прошлого, настоящего и будущих времен. Отныне навсегда я запрещаю темным силам использовать мои проклятия и в темных делах. Аминь. Я лишаю все свои проклятия всей их энергии и силы. Я сжигаю все свои проклятия божественным огнем. Как я произвел проклятие, так я их уничтожаю. Я лишаю все свои проклятия всей их энергии и силы. Я сжигаю все свои проклятия божественным огнем. Как я произвел проклятие, так я их уничтожаю. Я лишаю все свои проклятия всей их энергии и силы. Я сжигаю все проклятия божественным огнем. Как я произвел проклятие, так я их уничтожаю. Аминь. Если мне еще остались проклятия, посланные другими людьми, я их тоже лишаю всей энергии и силы. Я сжигаю их божественным огнем. Пусть божественный свет наполняет меня и освобождает от всех проклятий. Аминь. Смотрите на огонь, пожалуйста.
Пусть божественный свет напомнит всех людей, которых я когда-либо проклинал. Пусть божественный свет сожжет все проклятия, которые когда-либо посылал на других людей. Я освобождаю всех людей от своих проклятий и сам освобождаюсь от всех проклятий. Имя ваше. Пусть все люди когда-либо пострадавшие от моих слов и мыслей наполнятся божественным светом, энергиями здоровья, радости, счастья, любви и мира. Я благословляю всех людей, которые когда-либо проклинал. Я благословляю всех людей вообще. Всем людям вообще посылаю яркие божественные лучи добра, чистоты и света. Отжигаю все хвори, привязки, негатив, имя. Снимаю на свечу, наматываю, огнем сжигаю. Как свеча горит, тает, так и все хвори, привязки, негатив, имя ваше. Тают и исчезают, в прах обращаются, с дымом уходят. Имя ваше. С тебя с дымом уходят, обращаются в ничто и никогда не возвращаются. Свеча тает, негатив снимается, огнем сжигаем. Имя ваше. Снимаем привязки. Привороты обрываем. Отжигаем. Хвори, привязки, негатив. Ваше имя. Весь негатив. Сглазы порчу. Сжигаем божественным огнем. Пусть божественный огонь наполнит всех людей, которые смотрят эту чистку. Чистотой и светом. Пусть божественный свет сожжет все проклятия, которые когда-либо посылали на вас. Имя. Я освобождаюсь от проклятий. Имя ваше. Если на мне имеются проклятия, посланные другими людьми, я их тоже лишаю всех энергии и силы. Я отжигаю их божественным огнем. Пусть божественный свет наполняет и освобождает от всех проклятий. Да будет так. Скажите аминь. Мне так не хочется. Мы все равно завершим. Свеча тает, негатив снимает, огнем сжигает. С вас имя ваше. Все привязки снимает, сжигает. Привороты обрывает. Все скорби, грусти и тоску. Печали. Да будет так. Аминь. Скажите аминь, пожалуйста. Смотрите, пожалуйста, на огонь. Очень много сплетен, очень много сплетен из глаза. Заметьте, очистка на общее.
Весь негатив снимаем, порчи с глаза. С огнем сжигаются, вспять не возвращаются. Аминь. Скажите аминь. Нам нужно обязательно их дожечь. Очень хорошо снимает негатив. Привязки негативные, сделанные работы на вас. Так, вот вам всем недоброжелателям. И горит, так и весь негатив порчит глаза. С вас имя ваше снимаются, обрываются, вспять не возвращаются. Читают, негатив снимается, все обрываются с глаз. Морочки, негатив. Сейчас мы с вами посмотрим. Ну, очень, очень много сплетен. Я понимаю, и вы должны понимать, что отливка, она общая. Здесь будет вся информация общая конкретно всех людей, которые посмотрят эту чистку, да? Но что могу сразу выделить здесь, да? Здесь уже сразу заметно то, что... много испугов есть, да? Очень много есть... подселение есть, имеется. Да, подселение. Страхов много. Разговоров о вас, завистников есть немало. Ваше имя очень часто используется в разговорах. Да, о вас говорят очень много. Страхи перед будущим имеются здесь. Это все мы сейчас сняли, поработали над этим, да? Обязательно дожжем свечи. Ох, как! Ох, как! Еще и солью отстреливает. После окончания все это утилизируется по назначению.
Так вот, всем сплетникам, всем колдунам, колдуньям, всем тем, кто позволяет себе делать какие-то работы. Так, солевая свеча. Остатки догорают. Скажите аминь. Пусть люди, когда-либо пострадавшие от слов, от мыслей, негативных воздействий, пусть сейчас наполнится божественным светом, божественной энергией, здоровьем, радостью, счастьем, любовью и миром в сердце. Благословляю всех людей, которые когда-либо проклинал. Да будет так. Я уничтожаю, испепеляю все негативные работы, сглазы, подклады. Да будет так. Аминь. Друзья, чистки, онлайн-чистки, вы можете смотреть в любое время, тогда, когда вы к этому расположены, да? Энергия, конечно, очень хорошо, чистки проходят как раз на убывающую луну, поэтому смотреть можно в любой период. Большую активность, большую работу, конечно же, мы имеем тогда, когда убывающие, но это не принципиально. Убывающая фаза луны, да? Скажите аминь, пожалуйста.